я так думаю. Ну, вы просто так активно вешаете ей петличку, вы подождите секунду. Хорошо. Короче, она сейчас пойдем, даст интервью. Пойдем, я тебя с Димой познакомлю. Ну, да. Мы подошли сейчас. Просто первые. Ну, хорошо. Вот даю, да? Нет, это вы даете. Ну, нам сказали, что мы можем сейчас взять интервью. Ну, нет, она еще ничего не сказала, артистка, вы вешаете уже петличку. Это нормально? Мы так делаем, да.